Сегодня день рождения бабушки. Хорошо, на стол. 69 лет. Бабушке Одет. Хорошо, на стол поставим букет. Да, и второй ты сделал для бабушки. Одет одела каблуки. Приготовили стол, аперитив. Ух ты! Это Жоли и Мишель. Покажу вам немножко наш стол. Это различные сухарики, хлеб и грязинь. Здесь хумус сделанный домашний, оливки, маринованный перец, соус для нарезки, наверное, для салата, фуагра, оливки, здесь конфитюр и различный сыр, и различный конфитюр, варенье, тостики с паштетом, бутылочка вина, здесь аперитив графини, садовые цветы. Наша традиция каждому на день рождения дарить садовые цветы. Каждый из сада берет по цветочку и собирает букет. Вот что было, Саша собрал. Здесь овощи, моцарелла с креветками, помидоры, авокадо. А, нет, это не моцарелла, лизуэ дюкай. Яйца. Вот такой ананас красивый. И здесь у нас аперитив динатуар. То есть это вечерний аперитив. Каждый делает себе тарелку. Здесь креветки, паштет. Это сердце, пальмовое сердце. Помидорки черри, авокадо чуть-чуть почернели. Лосось. Все, что захотите. Вот такой красивый стол. Сейчас мы будем праздновать. Саша приготовил пирожное, торт для бабушки, испек сам. Бон аниверсер, мами. Ой-ой-ой, красота, Саш, браво, молодец, Санечка. Одет, ты тут, Бен? Merci. Опа! Сделала прическу, каблучки. Молодец. Et joli sur la rouge. Ça ressort bien. C'est apérol, mamie? Oui. Le spritz. Spritz. Spritz maison. Домашний. Faute de passer les vacances en Italie, mon anniversaire en Italie, normalement je vais être sur le lac aujourd'hui. Они должны были поехать в Италию с группой и не поехали из-за вируса.
С днем рождения! С днем рождения! Саш, говори. С днем рождения, бабушка! Бабушка. Я тебя люблю. С Новым годом. Ça veut dire quoi? Bonne année. Ah bon? Ah, t'es pas bête. J'ai besoin de rien. Il n'y a pas une cuillère sur le dos. Tiens. Tu peux la mettre. Sinon, je vais la laver. J'ai la fourchette. Ah, bah vas-y, chérie. C'est la fourchette, je suis désolée. Je me sers. Comme ça, je suis beau. Et je... Voilà, ça commence. Ça me dit la mousson. Ça fait ta rate, vite, vite. Il va se terminer là. D'accord, Marie. Bon. Là, il y avait des grandes allumettes. Où me sont. Tu les enlèves chez papa. Non, c'est les miennes que j'en ai. Ah non, c'est les miennes. Tu crois? Ah, c'est sûr. Ça y est. Vite. Bon anniversaire, Odette. Merci. Bien rajeunie, Odette. Souffle les autres parce que... Ouais. Oh, c'est joli, là. Okay. 5. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Viens à côté de moi, Sacha. Non, non. Celle-là, là. Voilà. Non, si tu veux pas sauter celle-là, bien. Sacha. 1, 2, 3. C'est sympa, ça. Non, mais... Ah, un truc comme on a bien soufflé. C'est joli. T'as vu un peu comme c'est joli? C'est pas grave si on coupe le S. Ouais. Attention, on me tire l'assiette. Allez, tu en une part. Qui la veut, la petite? Moi. Allez, on va servir papa. Non, c'est moi. Avec un cœur? Oui, oui, je vais te le mettre. Avec un cœur. Attends. Padac. Merci mon chéri. Oh, magnifique. Merci mon cœur. Mamie. Viens que je te fasse un gros bisou. Merci mon cher. C'est quoi dessus alors? Mamie, un bouquet de coquelicots. Танцы.
Вот так хорошо мы отпраздновали день рождения свекрови, самой лучшей в мире. Спасибо, что оставались с нами, что провели этот вечер вместе с нами. Натанцевались, музыку пришлось выключить, но не страшно. А сейчас домой. До связи, до встречи, пока-пока.